хоть что-то общее у нас есть. Мы оба разочарованы. Простите, что вмешиваюсь, но я не могу понять, как ты перепутал паспорт и заткнись, телефон? Мимо. Совсем ведь разные вещи. Телефон ты не можешь пролистать, потрогать... Предположим, что сделка в посольстве состоится. Так, но кажется, вы не улавливаете важные детали. Семён уже несколько часов находится в воздухе. Прекрасно. Я не понял. Да, Семён, как ваши дела? Где вы? А ты как думаешь, Конька? Я в посольстве, Инстаголовый. Есть. Сегодня действуем по плану. Главное, не забудь мой подарок. А вы не забудьте мои 30 миллионов фахитос, барфавор, сеньорита. Я для тебя шутка. Да вы что, нет? С чего вы взяли? Просто вы со мной говорите... 9 часов в моей резиденции, Конья. Алло. Он силён. В посольстве везде охрана. Надо идти без оружия. Это будет крупная операция. Для одного человека. Я никого с собой не возьму. Особенно его. Что? Не-не-не-не-не. Это мое дело. Я с вами. Это не обсуждается. Профукать финал? И не просите. Я пойду с Арчи. Да-да-да, я не брошу Арчи, не брошу сестру. Может, хоть ствол мне дадите? Меня не спрашивают, но я с вами. За папу, за дедушку Жака. И чтобы меня не принимали за дурака.